Всем огромный привет! Снова у меня кухонная болталка. Девочки уже привыкли, наверное, что мои болталки состоят из запросов. То есть какой запрос, то настолько интересный будет болталка. Неинтересный запрос, ну значит, скучная будет болталка. Сегодня будет самый для меня неинтересный запрос, поэтому оставайтесь со мной только те, кто любит засыпать под мои ролики. Девочки, это самое будет вот лучшее видео для вас. Через 5 минут вы будете крепко спать. Ну и также остаются те, кому был интересен этот запрос. Вы знаете, у меня попросили показать все мои мини-флакончики, миниатюрки парфюмов. Но самое интересное еще и все пробники, которые у меня есть в доме. И также их хранение. Поэтому помогать мне будет мой любимый котик. У меня кто-то пытался его заказать. Это не я шила, девочки, это керамика. Вот такой вот котенок. Продавалось когда-то их несколько вариантов. И я очень жалею, что я еще не взяла одного, который, знаете, как в прыжке такой замер. Вот они бы вдвоем смотрелись бы вообще шикарно. А вот эти башмачки я покупала отдельно. Как-то даже в посылках я их посылала как сувенир, пока мне одна девочка не спросила: Света, а что это и зачем оно мне надо? И я перестала посылать такие сувенирчики. Хотя сама я обожаю такие вещи. Они классно смотрятся. Те, у кого что-то под дерево, либо на книжных полках, ну и, конечно же, между цветочных горшочков. Ну вот они у меня, так знаете, как декорация, идут к моему котику. Вот он типа играет этими башмачками, либо валяется как бы вот среди башмачков. Вот. Ну, в общем, он нам будет помогать. Чтобы ролик не был совсем скучным, я хочу, знаете, с чего начать. В пустых баночках я показала вот это средство от Нивея, но, наверное, я настолько тактично его поругала, что очень многие мне написали, что: Света, а вот мне оно не понравилось. Либо: Света, вот как ты думаешь, мне его все-таки купить или не купить? То есть, девочки, если вы пользуетесь хоть сколько-нибудь водостойкими продуктами для лица, это входят даже полустойкие подводки, карандаши, какие-то лайнеры, не смоет, он сделает эффект панды. Я последнее время использую только тушь от Faberlic, которая хорошо смывается, и тени, поэтому мой макияж смывает она очень хорошо. Но если есть хоть какая-то вот подводка, все, вы будете такая панда, что реальная панда будет вам завидовать, поэтому я не советую. Я вам бы посоветовала лучше вот от Avon, если вы зарегистрированы, купить вот это вот замечательное масло. Легкое очищение, масло для лица. Единственное, им надо пользоваться правильно. Я сама не знала, как мне Жануля подсказала. Привет тебе, Жануля, если смотришь. И большое спасибо. Его наносят, тут хорошая очень такая дырочка, помпа-дозатор. Наносите на сухие ладошки, между ладошками его распределяете и на сухое лицо, ну вот на макияж, прям глазки как следует протираете им, а потом добавляете уже воду и смываете. То есть он немножко пенится с водой уже и промывает хорошо. Крайне редко мне приходится вот второй раз, например, это же сделать. Но я, не знаю, практически идеально смывает. Даже пробовала водостойкую тушь, смыл. Понимаете, то есть сначала помыла вот этим. И тушь не то, что не смылась, стала пандой, она у меня слиплась на ресницах. То есть она осталась на ресницах. И после этого я вытерла лицо и протестировала вот это средство. Надо было, конечно, на камеру, но не хотелось красные глазки мелкие показывать. Ну, в общем, вот так. Это я рассказала. У меня на самом деле эта пустая баночка уже просится давно в помойку. Я все с ней хожу, обнимаюсь, целуюсь и вот рассказываю. Но на самом деле я очень рада, что я ее попробовала. И тот макияж, вот как я вам сказала, что я смывала, она смывала хорошо. То есть если нету ничего водостойкого, для меня этого было достаточно. Такие моменты я пользовалась с огромным удовольствием, она у меня закончилась. Вот, поэтому смотрите сами, какой ваш макияж, что и какие у вас требования к продукту. Поэтому сильно ругать не буду. Она тушь действительно смывает, но ту, которую смывает и любое другое средство простое. Ну и теперь запрос. Давайте я начну с миниатюр. Я, наверное, знаете, как сделаю? У меня также был когда-то запрос, когда я купила вот эту штуку. Мне сказали: Света, покажи, что ты в ней будешь хранить. На самом деле она у меня вот такая
многофункциональное получилось. Вот в этом отделении, в первом, все мои карандашики, которые я использую вот в этом месяце, которые мне нужны под рукой. Дальше, вот здесь вот две коробочки от Mary Kay, это средства для глаз, вот они рядышком, просто ни одного слова нет на русском языке, а инструкции вот в этих коробочках я не стала мучиться, так оставила. Из моих парфюмов подмышечных вот такие два средства. Вот это очень хорошо работает, это работает тоже хорошо, но тут аромат фи. Вот прямо невкусный аромат, мне кажется, потом пахнет вкуснее. Ну так, знаете, когда я дома, я его использую. Я не знаю, почему такой невкусный аромат. Вот он такой. Хорошо, он не задерживается, то есть он делает свое дело, а пахнет невкусно из бутылочки. То есть от человека-то не пахнет, но он неприятный. А этот хороший. Так, у меня тут вот еще для вот эти средства все для глаз. Но они не по теме, конечно. Ну и, собственно, парфюмчики. Вот в этом отделении, в длинном, все мои вот такие вот... Ну, это тоже же мини-версии, да, по сути. Вот новенький Viva La Vita тут есть. Давайте вот так, по одному. Вот эти два одинаковых. Сейчас один на улицу использую на шарфике. Это от Avon. Rare Pearl. Ну, я сейчас это неправильно в любом случае скажу. Не знаю, как прочитать вам. Ну, в общем, вы поняли, наверное. Так, мне в коробочках красоты приходил вот этот кэнди, но он невкусно пахнет. Мне он в итоге не понравился. Так, и у меня есть два вот таких парфюмчика. Они оба шариковые. Вот с такими шариками. И поэтому они такие экономные. Они нескончаемые. Ну вот один видно уже, что я тут чуть-чуть использовала. Вот. И один... Ну, было два, вот сейчас в пустые баночки у меня попал второй, тут все стерто. Это реплика на эклад. На эклад. Ланвин. Вот. Ну, вообще, реплики я не советую, потому что у них хоть аромат и похож, но стойкости практически никакой. Либо, знаете, как для дома, вот как я использую. Также, не видно, вот здесь... Тоже такие три маленьких отделенеца. Здесь пробники от Avon. Вот такие вот с распылителями. Это их последние пробники, которые я тестирую. Так, Hugo, это вот отсюда не влезло. Вот этот сегодня весь день носила. Это Beaumont от Faberlic пробничек. Ну, это то, что последние мне попадались. А вот то, что я Hugo вам показала, это вот здесь в отделении все пробники, которые... Сейчас покажу. Ой. В общем, у меня вот здесь вот куча их одежек. Вот, то есть пробники, которые на самом деле имеют название. И ну, тут, кстати, и фраши видите, попадаются. Это то, что мне присылали девочки. Разные, они все пустые, все уже находятся... Вот в этих вот. Так удобно. Все под рукой, когда хочется что-то поприятнее на себя нанести, подороже, то мне в помощь идут вот эти вот парфюмчики. В свое время мне присылала это все Оленька Ткачева. Вот, Лакоста. И поэтому я с огромнейшим удовольствием, спасибо тебе, Оль, тестирую вот эти вот все ароматики. Каких-то тут осталось немножечко. Вот. Каких-то побольше, но я вот время от времени ими пользуюсь. И то, что я сейчас использую для глаз, вот у меня как раз идет тут шариковым аппликатором, ну типа сыворотки. Это крем для глаз с ароматом розы. Это маска для глаз. Хорошая маска. Ну и вот два средства от Mary Kay тоже мне прислала только... Оксаночка Александрова. Ксюш, тоже спасибо тебе большое. Так, котику, чтоб нам не зацепить. Сюда. Так, с пробниками не все. И представляете, у меня есть еще вот такой контейнер. Это в отношении того, где я все храню. И здесь вот сколько их. Тут
и от Avon, и от Oriflame, и от, как он называется, Faberlic. Кто что присылал, мне очень много от Faberlic присылала Жануля в свое время, я их тестировала с огромным удовольствием, выбирала даже, какие мне больше нравятся. А от Oriflame мне очень много Леночка Никандрова тоже присылала, девчонки, спасибо большое. Ну а от Avon мне присылает сам Avon в больших количествах, и я тоже тестирую. Вот, то есть... У меня нету привычки тратить пробники, вот как парфюмы, чтобы они заканчивались. Поэтому они у меня бедные, вот так вот все собираются в кучу. Так, еще по парфюмам. У меня есть вот такой вот контейнер. Он у меня стоит в комодике. И все мини-версии тоже здесь. То есть практически вот это и вот это все, что у меня есть в мини-версиях. Вот такие вот малышки, я их не назову мини-версии, но хотя они 20 миллилитров. У меня есть и по 15, например, миллилитров, но я их не считаю уже миниатюрками. Просто они попали сюда. Это мне Тата Матата Наташенька присылала. Вот такие вот ароматики. Мало я ими пользуюсь, правда. Вот. Но все равно они радуют меня. Они как, знаете, как конфетки. Я вам сейчас покажу все вместе. Видите, они какие красивые. Прям как эти шарики какие-то, карамельки. Вот. Здесь также у меня есть один ароматик вот такой. Но вообще вот эти ароматы, именно этот мне Викуля присылала. Нет, не Викуля, мне прислала Мариночка Семенкина. Марин, спасибо тебе большое. Вообще у меня вот такие вот версии есть большие, еще пузатенькие. Это Россия. Pink Planet. Коктейли, в общем, разные коктейли. У меня их несколько штук, на самом деле, штук 5 вместе с этим. Ну и вот они миниатюрки. Это от Yves Rocher самый древний аромат Ирия. Сейчас они их не выпускают, у меня он так и остался. Вот эта красота ко мне приехала от Лерочки. Это аромат жасмина, такие духи. Это, нет, туалетная водичка, 8 мл. Лера мне присылала. Вот такой вот парфюм, один из трех остался. Был набор 3 штуки. Оленька мне присылала. Спасибо тебе тоже. Мне много очень вот этих пробников, конечно, девчонки прислали, и я им благодарна. И вот третий остался. Из трех мне вот этот всех меньше понравился, поэтому он у меня еще задержался. Так, Катюшка Минченкова вот такую мне присылала, такой флакончик, такую водичку. Вот этот мне очень нравится, прямо очень-очень, как он называется, я не знаю, это от Yves Rocher. Настолько нравится, что я его экономлю, а надо бы пользоваться. Так, и вот такие вот три малышки от Yves Rocher мне присылала Жанна, Жануля. Вот они такие вот, соликсир и вот это... Ночная ваниль, по-моему, а это жасмин. Вот такие вот мини-версии. И тоже вот как-то, знаете, я их немножко жалею, они такие симпатичные, и они меня радуют. Вот, это вот, в принципе, все. Запрос один закончился. И по пробникам. Ой, я даже не знаю, что мне показать вам по пробникам. Ну, давайте совсем быстро. У меня было 2 таких набора, тоже мне Оленька Ткачева присылала от La Roche-Posay. Один был вот этот для жирной проблемной кожи, а второй был для чувствительной. Вот этот у меня еще остался, а первый-то я уже в пустых баночках даже показала. Вот. Скоро испробую и этот. Вот. От первого у меня остался CC-крем. Я одну штучку попробовала уже, он мне, в принципе, понравился. И вы знаете, вот этот пробник, тут SPF 30 у него, и вот этого пробника мне хватает на 4 раза. То есть он такой экономный, 1,5 грамма и на 4 раза. То есть вообще он такой долгоиграющий. Я думала, сейчас я намажу и выкину. Ничего подобного. То есть вот этими вот всеми можно пользоваться месяц, наверное. Вот, ну вот пока он у меня так стоит. Никто еще не спит. В общем, для тех, кто еще не спит. Это не пробники. Это от Шири сыворотки. Это пептиды сыворотка. А это контурная подтяжка. Замечательные вообще вот эти вещи. Единственное, что я надрезаю и переливаю в баночки. Потому что здесь одно саше
хватает мне лично раз на 5-6. То есть очень экономное, оно прям совсем тонким слоем надо наносить. И причем я наношу и на лицо, и на шею, и порой и декольте. Ну, тогда на 4 раза, если вместе с декольте там до пупка наносишь. Вот. Ну, это не совсем пробники, но тем не менее оно у меня лежит вместе. 2 штуки осталось, у меня их было много. Тоже девчонки присылали. А что-то из этого мне присылалось в коробочках красоты. Также вот у меня самая большая пробная коллекция, Танюшка Хорошева мне присылала, это от Oriflame. Вот такие 3 средства, их тут много, и поэтому я все хочу их использовать, знаете, тоже выдавить в 3 емкости и прямо вот конкретно попользоваться. Тут дневной, ночной и, кажется, сыворотка, могу путать, но сейчас не буду вдаваться в подробности. Вот, то есть это вот такая практически полноразмерный вариант. И они у меня лежат, ждут все. И последнее. Вообще я не очень люблю пользоваться пробниками. У меня есть вот такой еще контейнер. Это тоже в отношении, где я все это дело храню. И все это аккуратненько в ящичке лежит, в коробочках. Так, тут вот такой контейнер. Вы знаете, вот здесь вот тоже есть парфюмчики. Но это, знаете, какие парфюмы? Мне тоже Жанюля присылала. Это парфюмы для дома. То есть духи для дома уже на занавесочке, на подушечке диванные лить. Вот я их тоже тестировала. И вот все пробники, которые у меня есть, которые я так и не дошли руки потестировать, потому что много всего. Но было время, когда я их прям конкретно старалась использовать. И вот пока зависли в таком положении. Так, и последнее, что я вам сейчас покажу. Для самых стойких. Есть вот такой у меня контейнер. Здесь уже, ну вот вы знаете, этот контейнер я стараюсь все-таки залазить, и он у меня редеет. Здесь вот это вот все начало, это шампуни и бальзамы, маски. Потом вот здесь вот 3 геля для душа, как бы пробники. И вот в конце пилинги разные. Такие вот приходили мне в коробочках, их тут много. Так, вот скраб для рук это мне. Еще одна осталась. Нет, по-моему, где-то еще одна лежит. И маска косметическая для лица и тела. Это надо тоже мне решиться и постоять еще раз в ванной. И сделать маску для всего тела глиняную. Вот, все. Вот такой вот горе-запрос. Девочки, которые мне хотят написать, что очень скучные стали кухонные болталки. Но делайте интересные запросы, и будут интересные болталки. Потому что я болтаю вот конкретно о том, о чем меня попросили. Вот, так что, если будут интересные запросы, конечно, будут очень интересные наши болталки. Вот. А пока, наверное, все. Я рассказала, что у меня попросили на сегодня. Впереди я покажу то, что у меня закончился проект Project Pen. Наверное, может быть, я завтра даже его сниму или послезавтра. По помадам у меня был проект. Хочу грандиозный проект сделать на 2018 год по декоративке, тоже Project Pen. То, что я хотела бы доиспользовать в 2018 году. Ну, знаете, такие продукты, которые я люблю, но и которые имеют уже какие-то там дырочки, вмятинки, ну, то, что можно как бы добить. И я хочу за 2018 год прямо собрать декоративку, сколько вообще у меня реально заканчивается. Ну, чтобы, знаете, так трезво посмотреть, сколько надо покупать в течение года и сколько может закончиться. Но у меня вообще получается так, что когда косметика растет, я делаю разборку. Единственное, я это делаю не на камеру, а так сама, самостоятельно. И раздаю подругам и знакомым то, что у меня, как мне кажется, уже лишнее стало. Поэтому косметика-то у меня как бы в одной паре, она не становится ее больше, а в каком-то разумном количестве. Ну, для меня разумном, для кого-то это, конечно, дико неразумно, но для меня так. Все, наболталось. Спасибо огромное всем за внимание, за такой оригинальный запрос. Надеюсь, хоть кто-то меня посмотрит и послушает. Ну, хотя бы вот, может быть, что-то полезное тут и мелькнуло. Ну, и вообще просто поболтали, может, посмеялись.
Спасибо, девчонки. Всем до новых встреч и всем пока.